вплотную подошел к приклейке этой, этого места. Ну, в общем, хороший вариант это клеить на этажерке опять. То есть все это проклеить, положить на этажерку, зажать, придавить где-то вот с этой стороны, потом каким-то образом это самое отсюда из отверстия вот так выдавить, надавить на вот эту часть, так сюда вот, и потом положив сюда что-то такое вот плоское, это, линейками вот так придавить деку к плоскости. Ну и потом вариантом другим я попробую это все сделать на весу. Ну понятно, буду зажимать между плоскими поверхностями, но с помощью струбцин. Так, надо не забыть все здесь повсовывать сюда. Я бы хочу здесь мельчить, лучше я потом это выдавлю. Подарок когда-то однажды широкого плеча мне подарил один гитарный мастер из Харькова, известный и крутой, подарил мне красненького шпона, просто так вот, не нужен он был уже, обрезки какие-то с какой-то работы лишние. И вот он наконец пригодился. Прям по прямому предназначению. Не просто там куда-то вставить его. Просто так. А именно вот прямо тютелька в тютельку. Стороне.
надо вставочку сделать. Вот тут слишком. Вот такая какая-то слишком большая дырочка получилась. Лучше деревом заполнять эти все штуки, потому что его потом легко, он как бы, оно как бы красится, лежит потом под лаком одинаково и как бы не диссонирует с этим всем делами. У меня даже есть идея, что вообще какие-то все дефекты, которые даже, может быть, и стоит заполнять чем-то другим, как раз заполнять все-таки деревом. Ну, типа, вот такая вот, вот дефект, типа, здесь вот как-то ударили. Подогнать под какую-то стандартную выколупывалку. То есть, так, вот такая же здесь идея, как и заклеивать вставки под трещины. То есть, делается калиброванная, да, клинообразная щель такая, да, но она расширяется. И туда же забивается соответствующая клинообразная вставка. То есть вот эту идею на дефекты такого типа распространить. Ну и удары вот такие какие-то. Грубо говоря, не лучше было бы. Например, ударили в дейку чем-то, вот, проткнули там или как-то. Какой-то удар такой сильный. Получилось как. Не знаю, как гвоздем, да, проткнули, и вот откалибровать вот эту вот конусообразным таким каким-то сверлом, да, или чем-то калибратором откалибровать этот удар и туда вставить аккуратно деревянный, соответствующим подобрать слоями, то есть не очень-то удобно будет его выбирать, да, слои такие, что клин вот так вот сюда вставлять так будет неудобно очень. Выпиливать в таком распиле, конечно. Тем не менее, если попробовать сделать, не получилось бы. Это было такое кругленькое просто, что-то такое, аккуратненькое. Случайные обрезки на столе. В общем, вроде все. Не очень мне понравилось, как эта вставочка вставилась. Точнее, мне не понравилось, как я ее обрезал. Там по правилам, из-за того, что эту прищепку сюда цеплял, я сейчас ее обрезал. Вообще, по правилам, надо так подогнать, примерно вставить и уже обрабатывать ее уже после того, как она высохнет. Всего ждем просыхания клея. Так, привет. Так, у нас вот эти прижимы имеют здесь скотч. Или у вас будет там какая-то пленка там своя. Понятно, как это будет между двумя этими пленками высыхать, собственно говоря, клей. Поэтому, когда как-то клей прихватился, я заменил прижимки на обычные палочки. Без всяких этих. Без всяких пленок. Бумажку так на всякий случай положил, чтобы бывает так случайно, что-то пропускаешь, она приклеивается, палочка приклеивается, будет неприятно. Вот такой подстраховочка. Так, ну вот, что мы здесь видим. С учетом то, что здесь было, не так уж и плохо.
Все достаточно ровно, таких каких-то больших этих нету. Здесь оно до конца не сошлось, но, в общем-то, и не должно было, наверное. Вот самое главное, что здесь более-менее все ровно. То есть здесь нету никаких вот дыр каких-то, вот, ну, таких ям каких-то, вот это все продавленность. То есть, когда будем лакировать, заполировать, здесь будет такая ровная поверхность, ну, будет темные полоски. Это надо будет как-то немножко чем-то зашпаклевать. То есть вот здесь родное место. Зазор между усиками больше, чем получился здесь после склейки. А здесь был большой, кстати, между прочим, сдвиг вот в этом месте. То есть вот как-то когда это погнуло сюда, это так согнуло и стянуло вот на эту, вот так сюда вот. И здесь появился зазор между усиками. Так, ну все, самые серьезные трещины у нас склеены. Теперь осталось заклеить малюсенькие